сегодня мы с Артемием приехали в океанариум посмотреть на рыбки, нас пригласили. А самое интересное и главное, сегодня презентация приложения Кубокод. Идем скорее посмотрим, мы будем все показывать. А вы пока что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и, конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать ни один видос. А мы пока поднимаемся на третий. Я боюсь. Писки, ребят, мы даже не думали, но мы оделись под цвет Кубокода. Я что, решила тебя прическу сменить? Да, я решила роту взять. Что, ты изучаешь приложение новое? Давай, тестируй, расскажешь. Вот теме очень сложное задание, да? Я сделала подсыщ. Они, блин, тяжелее, мне кажется, чем я. Перекусишь? Да. Проголодалась. Ничего себе, смотрите, какая семейка мамонтов. Заскаймила мамонта. Ты просто нулю вообще. Это их этот скелет. Смотри, какой лось. Вот это вот реальный размер лося. Реально? Ну что, ребята, мы решили покормить рыбок. Для этого нам нужно было купить вот такую бутылочку, видите, с кормом. Нам надо пойти сейчас и набрать в водопаде. Вот такое приложение. Давайте поиграем. Пазл собираешь? Да. Да еще и с подарочками. Смотрите, у нас шарик огромный. И внутри у нас Кубокод. Я так от него хотела. Настя, если ты смотришь мой влог, ну что, теперь у меня тоже есть такой Кубокод, даже целых два.
том, что есть Артемий. Это было очень классно, и наконец я буду падать. На этом влог закончен. Пока!